Ребята, всем здравствуйте, всем привет-привет, вы на канале Пиратская Жизнь. Ой, все, Ниночка, Ниночка, картиночка, все. Смотрю на себя. Смотрю в себя, на себя, как в зеркало, до ума помрачения. Так, надо сегодня голову помыть. Ну, что-то я уже обросла. Такой прям, знаете, приличненько, приличненько обросла. Ну, сегодня баба пришла, короче, вот с этими лекарствами. Все, вышиб, вышиб. В общем, один ходил к кардиологу. Кучу ему там лекарств опять прописали. Дорогущих, капец. Взял, пошел, короче, купил сразу. Я говорю, ну ты, блин, даешь. Ну что ты за человек? Взял, купил сразу лекарства. Когда можно было заказать через интернет, чтобы тебе потом привезли нормально, подешевле. Нет, он пошел купил. Вот так вот лично отпускать его одного. В общем, еще минус 5000 у меня с карточки. Ну, вообще. 1800 там с чем-то прием. И еще 3000 с лишним он потратил на лекарства. В общем, не знаю, моя бедная карточка, она просто вся изнасилована, изнасявкана. Но вроде как все. Вот, назначили ему там таблетки против холестерина, назначили ему там какой-то аспирин кардио, для того, чтобы это, в общем, чтобы это, когда перелеты там или когда жарко, чтобы вот кровь не застаивалась, типа вместо там таких кроворазжижающих таблетков. Ну, все. Такие дела. Так что все, вроде бы все. Кардиологом мы, как говорится, закончили. Оставили ему вот эти таблетки, которые назначили, вот, которые заменили. А вот будет пить их. В принципе, по динамике давления у него все нормально. Вот, ну, как говорится, живы будем, не помрем. Как-то так. Короче, я тут сегодня вот тоже делами занимаюсь, там туда-сюда. Ой, какие у меня тут дела нарисовались. Да-да-да-да-да. Ну, пока что. Это секрет. Пока что это секрет. Я вам говорю, у меня есть секретики от вас. И поверьте, я вам рассказываю лишь малую долю того, что у нас происходит. Лишь очень маленькую долю. Того, что я хочу рассказать. И все. Все я не рассказываю. Ой, что, будет литься? Ой, понятно. Бог, тут, короче, этот надо заряжать. Разрядился, слышь меня? Разряжать надо. Так, чай поставила, что у нас тут что есть? Съедобного. Даже не знаю, что готовить. Потому что ничего как-то нету. Вот говорил, я рыбу съем. Ага, съел мне рыбу. Колбасу даже рал. Так, что у нас здесь? Вот у меня есть холодец. У меня есть ветчина. У меня есть помидоры, лук. Сделаю, да, сейчас яичницу вкусную. И яичницу а-ля шапшуку с лучком. Что еще? Холодильник под пустой. О, точно. И корочку. Сейчас думаем, девочки, думаем. Включаем мозги, чтобы они работали. Мозги должны работать. Надо в магазин опять идти. Что-то, блин, жаль, вообще ничего. Холодильник пустой. Тут мясо, короче, картошка, она это на ужин. Так, холодец, виноград, остатки былой роскоши, помело, сырочек. Так, здесь лук, морковь, огурцы, помидоры, в принципе, есть. Шоколадки, конфетки. Не знаю, что готовить. Ничего вообще не хочу готовить. Хочу сесть, поесть, все. А мне еще приходится готовить, вставать, как-то, да? Жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота. Я водяной, поговорил бы кто со мной. Вокруг меня водица, ну что с таким водица, эх, ах, какая гадость. А ну ее в болото. Живу я как поганка. А мне летать. А мне летать. А мне летать на моря охота.
Короче, как-то так. Ну, вроде все. Вроде все. Сказали через месяц дать анализы всяких там этих IELTS-тестов и прочей фигни. А вот, и где-нибудь через месяц к ней прийти. Посмотрим, как оно будет. А когда-то прийти? То есть через месяц Новый год. На Новый год. Ху-ху-ху! Так, и курочка. Да, сегодня, короче, в магазин сходить. Чем взять? Приготовить на суп, чтобы было все вкусно и приятно. Так, все. Ложку облизала. Как говорится, задание было выполнено. Так, сейчас делаю яичницу. Яичницу. О, у меня есть такие классные помидорочки. Я взяла. Лизотек. Так, делаем с парочкой помидорчиков. Огурчик просто так порежем. На прикусочку. Все упадает. Ух. А ну и да. Сейчас я упадаю. Вот, доверилась сегодня Вовану. Кстати, доверилась. Думаю, вот надо, как говорится, чтобы сам все делал. Кто его знает, вечно я или нет. Ну вот, видите, пошел кучу денег потратил. Поэтому я говорю, ты без меня, Вова, не сможешь. Все деньги потратишь. Никакой экономии нету у человека. Совершенно. Другая из него хожу. Все дела, деньги потратил. Так. Я водяной. Поговорил бы кто со мной. Вокруг меня водится. Ну что с таким возиться? Эх! Жизнь моя жестянка. А мы ее. Болото. Живу я как поганка. Так. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Так, надо, короче, суп. Реально. А то всякие яишенки и прочее. Это, конечно, вкусно, но не очень полезно. Вот сделаю с овощами. Полезнее. Так. Колбаска. Кстати, хотела сегодня достать этот стрелятку. Хотела сделать этот сугудай. Надо достать, наверное, да? Кстати, а из него можно потом еще из стрелятки можно потом сделать и этот уху. Тоже неплохо. Ушицу. Не пока рано. Пока рано. Так, смотрим, не чистили. По-моему, чистим. Вкусно. Да. Чистили ветчинку. Сейчас немножко порежу. Чисто, чтобы вкуснее было. И все. А мне лето, все это. Так, нашу колбасочку обжарим. Кстати, меньше колбасы полезнее. Тара-тара-тара-та. Встала и не знаю, что делать. Не знаю, вроде, понимаете, вот взял телефон реально и все, и протерялся вообще. Такая зараза, эти телефоны. Это пиздец, извините выражение. Это просто звездец. Так, все, чайник закипел. Вот знаете, берешь телефон и все, и ты пропадаешь. И ты просто пропадаешь. Пропадаю я без него, без него. Без него судьба другая, не моя. Если бы я хотела на гитаре взять аккорд, я бы песни пела, а меня замучил чёрт. Пропадаю я, пропадаю я.
юные вопросы, что я делаю и где пропадаю я. Пропадаю я. Без него все найду и потеряю. Пропадаю я. Для него, пропадаю я. Чем дети пропадаю я? Пропадаю я. Пропадаю я. Пропадаю я. На улице снег, он говорит. Валит просто по страшной силе. Темно. Не люблю такую погоду. Скорее бы лето наступило. Так люблю, знаете, вот лето, хорошая там погода. Светло, допоздна. А тут встал, темно. Лег, еще темно. И все. Реально, знаете, вот из-за того, что затянутое небо все, и вот оно все такое не очень в хорошем состоянии. Так вот. Пропадаю я. Так, сейчас маленько обжарится. Яичница. Надо что-то прикупить. Реально что-то надо прикупить. Что-то. Смотрю, в холодильнике там вообще. Шаром покати. Шаром покати. Сейчас маленько поджарится. Подожарится. Блин, смотрела сейчас туры. На Новый год. На Новый год. Какой-нибудь там, знаете, Турцию там или еще что-нибудь такое. Египет. Блин, ценник вообще оверпрайс. Просто оверпрайс. Если просто не представляете, там. Я не знаю, что там должно быть такого за 300-400 тысяч. За неделю. Я говорю, вы не охренели. Конечно, знаете, хотелось бы. Где-нибудь бы, на Новый год. Может, всегда все время только в России отмечали. Я бы, конечно, за Основу, наверное, съездила, но, блин, такие деньги. Просто прям с ума сойти. Думаешь, господи. Причем, так, знаете, там пишут последние места, последние билеты, там туда-сюда и прочее. Думаешь, где у нас все бедные? Что, извините меня, на Новый год по ценнику 300 тысяч, там, извините меня, даже уже мест нету. Вот, все вот бедные, все несчастные. А когда по факту дойдет, так, извините, мест нету. Там некоторые пишут, типа, вот, снять домик, там, туда-сюда. Не, мне кажется, знаете, как Новый год встречи, так и проведешь. Третий штук, значит, весь год будет. Почти. Надо куда-нибудь все прикроем. Так, это. Жарится, жарится. Вот цены, конечно, у вах, 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 вах. Ой, ах. Это цены просто. Кстати, вот кто ездил на Новый год, например, куда-нибудь теплые края, по путевке или вообще куда-нибудь. Вот напишите, вот вообще имеет смысл за такую стоимость ехать? То есть другие ощущения. Когда, например, у тебя не дурацкая погода, вот, и снег за окном, а, например, какое-нибудь, знаете, тепло, хорошо, солнышко. Когда ты, например, 31-1 в море купаешься. Напишите, как это? Ощутить. Там, знаете, подбой курантов, ты там это пьешь шампанское на берегу моря или океана. Надеюсь, когда-нибудь дорастем до такого, что можно будет так себя побаловать. Пока что, конечно, ценники прям просто жесть. Поэтому мы ездим в не сезон, потому что мы кто бомжи. Ну, конечно, не бомжи, но не, ну, конечно, в не сезон цены намного ниже. Вот. Я говорю, я смотрела Пхукет, я думала, блин, поехать на Пхукет на месяц. Вот. И этот. 150 тысяч бат. Капец вообще. Это квартира. Я говорю, знаете, а вы что, приняли? Кстати, квартира. 150 тысяч бат. Я не знаю, откуда они эти ценники рисуют. Мне прям дико интересно.
Я таких цен не понимаю. Так. Ну. Здесь у меня все хорошо. Сюда пока сложим. Лук порежу. Поджарится маленький помидорка, потушится. Может быть, яички там. А я пока лук порежу. Кстати, кто куда собирается? Кто как собирается отмечать Новый год? Давайте, рассказывайте. У меня же там сидят одни, там, знаете, с красивыми кухнями, там, с шикарными домами там, и прочее. Вот. Ходят в шубах, брендовой одежде. Вот. Отдыхают исключительно в лучших лакшери-заведениях, не то что мы, бомжи. Да, понимаете. Рассказывайте, делитесь, давайте, будет интересно почитать. Если это не фантазии, прям вообще... Знаете, интересно почитать. Кто куда собирается? Я пока никуда не собираюсь. Потому что дорого. Кому почку продать? А? Вовке, вон вроде хорошие анализы по почкам. Можно продать. О, давай твою почку продадим, а? И на Мальдивы улетим на недельку, а? Как раз, думаю, хватит. Я говорю, почку твою продадим. И на Мальдивы улетим на Новый год. Не, мои плохие. Я бухаю много. Мои не пойдут. А у тебя анализы хорошие, уже сдали. Так. Все. У меня тут натушилось. Давай, тушись. Так. Красота, глупота. Надо посолить. Поперчить, посолить. И завтра что готовить, не знаю. Немножко. Все, соли хватит. Пропадаю я без него, без него. Все найду и потеряю, пропадаю я. Для него, судьба другая, не моя. О, так, последние яйца дешевые пошли. Потом останутся под дорогие. Так. Как бы я хотела на гитаре взять аккорд. У меня замучил черт. Пропадаю я. Так. Оп. Так, два. Так. Три. Яичница прям огонь. Супер. Супер. Оп. Так. Четыре. Не знаю, что сегодня делать. Хотела вроде василёк распаковать. Или его. А. Яйца, блин, мелкие. Кто говорит, что там по не по размеру, а по весу. Вы знаете, по весу они тоже как-то не особо прибавляют это яйца. Поэтому как-то судить их по весу, не знаю. И как может быть так, что вес увеличивается, а размер падает. Раз так возможно. Не знаю. Так. Как бы я хотела на гитаре взять аккорд. Я бы песен пела, но меня забыла. Пропадаю я. Так, оп. Пробьем, разобьем. Так, вот раз, два, три. Не хочу, чтобы он был слишком такой зажаристый. Сильно зажаривать не буду. Так вот размешаем. Промешаем. И будет у нас яичник. Так. И вот этот наш лучок пойдет. Лучок. Да. Все. Оп. Все. Так, и раскидать маленько. Оп.
Оп. Ой, ну красота. Ну лепота. Все, под крышку. Что-то я пока тут делала, пока стучала, у меня все разлетелось. Оп. Все. Чистота, порядок, красота. Чайник-то у меня скипел, да, по-моему? Я уже не помню, подсказывает. Так, короче, здесь у меня все жарится, парится. Буквально пару минуточек выключаю, пока крышечка дойдет. Так, яйца. Сюда, наверное, положу. Я здесь на глазах будут. И мозоли, потому что у нас есть яйца, да? Что это выкинуть? Так, все. Сейчас огурчик порезать и холодца. Короче, вот так. В общем, жду ваших предложений, идей, вариантов. А вот, потому что интересно, куда у нас народ-то собирается. Кто эти все люди, которые уже успели все скупить, а? Вот кто они? Кто? Покажите мне их. Непонятно. Чё ты там тяпкаешь? Потому что я вот она, обычная. Обычная. Русская женщина. Не знаю, может быть, Вовкину почку продать? Я всё-таки предлагаю. Вов, давай всё-таки продадим. У нас их тебе две. А так, считай, это... Отдохнем. Ладно, все это шутки. Люблю всех, целую, всем хорошего настроения, всех с наступающим Новым годом. Он совсем скоро будет у нас. Все, люблю всех, целую, увидимся.